Что-то слушай, какие-то у нас напарники такие себе. Да говно вообще. У нас напарники говно. Полностью поддержу. Вам пизда, повторите, вам пизда. Не, ну вы так больше не делайте, конечно. Это ты так больше не делай. Ты хоть предупреждаешь, что ты собираешься доску заюзать? Ну, я сказала. Ты ничего не говорила. Я слышал только, где ты, и все. Я сказала. Где ты, и доска сломалась. Да. Огонь. Ну, не хотят они со мной разговаривать. Ребят, тут у меня отошли и попросили не умирать. Хорошо. Когда вернуться? Никогда. Когда мы будем мертвы? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Где ты? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Кем работал? Чем занимался по жизни? Сколько вкладывал в биткоин? Почему повесился? Скажи, я знаю, где он. Где? Вон там. Почему? Ну, тут дверь была открыта. Это не факт. Передо мной. А, ну тогда да. Где ты? Эй-о! Эй-о! Ну ладно. Эй-о-ой-ой-ой-ой-о! Ла-л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 а. Чё зря пропадать будут в почте? Эй-о! Эй-о! А вы на втором этаже были? Нет. Ты же сказала, он в гараже. Ну я подумала, но я ж не знаю. Что-нибудь здесь есть? Здесь кто-нибудь? Нету. Никто не хочет отвечать. А в подвале были? Я был там что-то слышал. Да. Иду по улице один, ищу взглядом маргарин. И рекламные щиты мне подскажут, где же ты. Алло. Сплошные открытые двери. Я иду мимо витрин. Захожу я в магазин. А привидение можно? В магазине я один покупаю маргарин! О, прям 2 градуса. Да какая разница, я прям в него выбежала. Че, он тут? Он тут? Он тут? Вот здесь. Ивент был вот здесь. Да, ивент был тут. Он здесь, в коридоре. 4. Он тут. Он в коридоре. Страшно-то как. Покажись, дьявольская. О, он там дверь, он дверь щелкнул где-то. Где-то слева дверь. Где-то вот это, наверное, дверь, проверяй. Где-то здесь я слышал дверь. Что? Все двери. Это что за звуки? Это Лена песенку поет. У губ твоих конфетный вкус. А куда это ты пошел? На улицу воздухом подышать. А, ну ладно, я с тобой похожу. А я-то думала, он там где-то у нас, и оказывается, я выбежала прямо в него. Отвечает. А? Отвечает? Сказал old, да. Пиши блокнот. Отпечатков не было. В чем сейчас кафу сидишь? Хватит в шкафу сидеть. Отпечатков не было, да? Нигде нету. Огонька тоже не было. Какая? Да, тут никого нет. Да, видимо, нету, да? Вот это? Нету. Тихо. Смотри, как мы делаем. Опа. И съёбываемся. Нет померить ЕМП. Ну вот, ЕМП там. Всё, я нашёл, что он трогает, Ромка. Да? Чё? Вот здесь вот дверь сейчас потрогал. Двоечка. Еще потрогай. You touch my true ля-ля. Один динь-дон. Динь-динь-дон.
И минусовой тоже пока нет. Двоечку бьет и все. Минусовую тоже нифига. Что-то слушай, какие-то у нас напарники такие себе. Да говно вообще. У нас напарники говно. Полностью поддержу. Вам пизда, повторите, вам пизда. Сань, пошли искать вопросительный знак. Сань, давай найдем вопросительный знак. Я знаю, вот он. А теперь сходите в дом, поедете в лики. А то мне рассудка уже не осталось. Ну и чё тут? Давай к тебе окурим. Сколько ЕМП? Подожди. Сколько? Четыре. 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 ЕМП-5 нет. Да, ЕМП-5 нет. Картина упала тут. Тарелка. Опа, тарелка. Вода. Еще тарелка. Ивент. Короче. Это точно был ивент? Да. У меня есть предположение, что он здесь. Блокнот. Блокнот. Не здесь. Саня, это был ивент. Надо уходить отсюда. А, Сань, ну ты там же... Я все видел, пошли. Он поменял, говорю, походу, спавн, место. Спавн призрака вообще не там. Вот здесь. И здесь высокая температура. Нет, вот здесь спавн призрака, тут свет мигает постоянно. Так здесь вода постоянно, какая-то дичь происходит. Так, здесь маленькая температура. Шикарно. Нет, спаун призрака здесь. Нужно сюда срочно все переносить. Куда? Сюда. В ванную. Точно? Да. О, опять. Мне пизда. Началось. Я тебя спас. Да никакого. Ой, блин. Саня, он помер. Саня. Да я понял. Саня, уходим! Ну нафиг эту хрень! Я погнал еще раз. Да ты какого... Саня! Я не буду тебя помнить. Иди обратно, мы уже ничего не изменим. Вы опять все потеряете. Ты у нас тут крестики, значит? Сжигаешь. Крест сожгло. Она сейчас заспавнится там. Сколько? Там блестки мигают. Температура нету, низкой температуры, значит, все-таки это не морой. Что-то он узнал, он что-то знает. Куда ты пошел?
Куда ты пошел? ЕМП-2. Ну, она четверочку максимум выдает. Температура вон 20 вообще. Чё, нападение? Нет. Таня, у тебя закончился рассудок. О, атака. И пам-пам. Саня не успел выйти. Чё, он в подвал ушел, что ли? Не знаю. Посмотрим. Вон монашка идет. А, она наверх пошла. Где она? Да, она наверх ушла. А, обратно ушла в ванну. Дух коммунизма. Саня, закончилось, выбегай, выбегай. Да, он в подвале сидел. Ай. Ай. Давай, я убежал. Ай, слава богу. Он, кстати, за тобой пошел, потом не пошел. Я в подвал спрятался. Ага. Ну чё, как дела? Чё, прикольная посмотрим? Синяя кружка. Угу, а у меня жёлтая. Нету, значит, у F-лампы вообще нету. А, давай ставим диаген. Поехали домой. Это что значит? Это значит да? Это значит две кружки. Кружка в кружке. Если это значит да, киньте в середину. Это соитие кружек. Коитус. Я, честно говоря, не знаю. Ставим диаген и поехали домой. Ну давай, кружка в кружку, давай. Поехали. Диаген? Диаген, не диаген, знаю. Диаген. Прикольно, давай. Откидываются, диаген. Прям не могу. Я как выживаю, просто спартански. Дух. Я дух. Же сказал, что это дух. А что там должно быть? МП-5. Ну потому что ЕМП-5. 4 же не было. Не было ЕМП-5. Может и не было, но зато было 4. 4 тоже норм. Нет, чтобы именно 5 было. 4 почти как 5, да? Да, 4 почти как 5. Может, 4 с плюсом было. Мы второй раз не можем пройти эту карту, а? Поехали третий. Весело ведь. Ромка, ты видел, как я героически прятался от призрака? Да, я видел. Я, кстати, кидал в нее, получается, тарелки, она их пинала и разворачивалась, уходила назад. Типа ее тормозило это. Серьезно? Да, я даже не понял, почему. Я сначала на лестницу кинул, она подошла, пнула тарелку вперед и назад пошла. Потом опять пошла вниз. Это хороший план. Блин, если это срабатывает, значит надо, чтобы кто-то умирал. Предлагаем тебе твою кандидатуру, по-моему, ты справишься. Я водитель, я увожу грузовик.